друга взяла в плен мама длинные ноги. Чтобы спасти моего друга из плена этой злой мамы длинные ноги, мне нужно вытащить всех Хаги-Ваги из самой охраняемой тюрьмы в мире. Тюрьмы читеров. О, повезло, повезло. Это будет сложно, но мне придется это сделать. Как ты меня бесишь, что вообще никак не получается. Я тут пробую взорвать его, живу, наверное, несколько часов. Ладно, у меня есть просто гениальная идея. Зато я оставил тут свои следы динамита. Отлично. Но, ребята, сейчас мы позвоним моему очень хорошему другу. Сейчас, секундочку. Давай, бери трубку. Алло, Кеша. О, привет. Здорово, узнал? Ага, это я, Владус. Слушай, прилети, пожалуйста, мне нужна помощь. Только возьми самый-самый прочный динамит. Все, давай, пока. Ребята, вам нужно немножечко подождать. 10 минут спустя. Да-да-да, Кеша очень любит семена, поэтому мне придется ему немножечко здесь собрать гостинцев. Так, да где он? Время-то уже сколько? Кеша! Ай, ё-моё. О, привет! Чё разорался? Я здесь! Обалдеть, ты прилетел! Сколько лет, сколько зим? Ты взял точно самый хороший динамит? Да! А, что не видишь? Он красный. Так вот, я красным динамитом пытаюсь, у меня не получается. Не-не-не, ты не так делаешь, смотри как надо. Проще простого. Осталось соорудить здесь небольшую лестницу, забраться сюда и, собственно говоря... Ой, а этого я не учел. Здорово, мужик! Ой! Нет, что ты сделал? О, погодите, 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 стоп, что, это не так просто, что ли, было? Давайте-ка еще раз попробуем. А я не договорил, а, нет, о, нет, мне хана. Ой, моя башка, как мне выжить-то удалось после удара? Ой, что это он ко мне идет? Ай, мистер охранник, что вы меня зачем взяли этой пушкой? Пойдем за мной. Чего, зачем за тобой-то идти? Не-не-не-не, в лаву-то меня не нужно, вы чего, с ума сошли? Случайно, извини. А, ладно, хорошо, тогда извиню. Ничего себе вы как прыгаете, а куда мы, собственно, идем? Считай до трех. А, до трех? Давай, раз. Опять? Да за что? Кажется, голова у меня скоро вспухнет. А, погодите. Меня что, в тюрьму посадили? Мистер охранник, да вы чё? Да выпустите, я ничего не делал. Нет, это самая защищенная тюрьма в мире. Тебе здесь не место. Так а почему я тогда здесь? Ну теперь ты вместе со всеми в тюрьме. Ё-моё, и что мне теперь делать, ребят? Надо думать. Можно я хотя бы тут факела поставлю? Хочешь кушать, наверное, да? Конечно, хочу кушать, охранник, даже не представляете как. А, есть у меня только вот одуванчик только. Отгадай слово из этих букв, и я дам тебе еду. А, слово из этих букв. Так, сейчас, ребята, давайте вы отгадайте в комментариях, потому что у меня не получается. Вы у меня умные подписчики, поэтому отгадайте и напишите ответ в комменты. Прямо сейчас. Слушай, охранник, ты пока еду тащи. Знаешь что? Нет, не знаю. А я врун-пердун. Я тебя обманул. Не будет еды. Вот это поворот. Ты что, зараза такая? Так, ребята, у меня есть просто гениальный план. Пока я с ним разговаривал, я здесь заметил вот это. Под унитазом есть... канализация. Знаете, что мы сейчас делаем? У меня же кирка есть. Мы сейчас унитаз-то быстренько уберем. Осталось туда просто спрыгнуть. Чу! Ай, мои ноги. Помогите. Начальник. Еды. Еды. Ой, кажется, там Хаги кричит. Стоп, погодите-ка. Ребята, а я, кажется, понял. Эти туалеты связаны между собой. И сейчас нам нужно просто найти выход в другую сторону. И мы спасем одного, хотя бы Хаги. Мне нужно спасти их всех. Вот, например, вот здесь. Отлично, смотрите, еще один унитаз. Круто. Да, кажется, лазить по унитазам это моя стихия. Но ничего страшного, давайте выбираемся. Хаги. Еда. Ты не еда, я, ты что, с ума сошел? Ты меня это жрать, ты не собирайся. Я тебя спасти пришел, давай за мной. Спускайся сюда, пока никто не видит. И давай, я тебе сейчас покажу выход. Давай за мной сюда, только голову пригни. А, да вот все нормально. Я не ударяюсь головой. Ну, только что было, я видел. Давай, аккуратненько, вот так вот здесь очень тесно. Давай за мной, Хаги, я тебе сейчас кое-что покажу. Давай, выходим здесь. Надо голову, говорю, пригни. А, все, ладно. Давай, за мной, ребята. У меня есть куча лестниц. И с помощью этих лестниц-то мы сейчас и выберемся. Хаги, это было шикарно. Смотри, тебе нужно бежать вот в ту сторону. Беги, не оглядывайся, понял? Давай. Нет, подожди. Ты помог мне, а я помогу тебе. Я расскажу тебе секрет. О, секрет, это хорошо. Давай, тогда рассказывай. Я обманул.
Зараза такая! Ладно, это все хаги-ваги такие, ничего страшного. Они все у нас шутники такие. Значит так, в принципе, взрыв тут остался. Знаете, что мы сейчас сделаем? Защита усилена. Ё-моё, вот это сейчас вообще опасно. А знаете почему? Потому что я взял портальную пушку. И теперь аккуратненько мы посмотрим. Охранник тут бегает, поэтому мы быстро выберем место, куда мы поставим портал. Например, это будут вот эти блоки. И быстренько теперь сваливаем. Это будет смешно. Ой. А ты, зараза, я тебя видел. Я уже к тебе иду. Сейчас ты получишь. Ух ты, ё-моё. Он за мной уже гонится. Так, ребята, быстрее. Мне нужно поставить второй портал здесь. Отлично. Я зашел. Я думаю, он меня никогда не заметит. О, вон он поднимается. Смотрите, как это смешно. А я уже за его спиной. Давай, беги. Зараза, я тебя видел. Где ты? Выходи. Ага. Давай. Видел он меня. Так, все, ребята, отлично. Мне портал капец как сейчас помог. Сейчас нужно пробраться внутрь этой тюрьмы, но только сделать максимально это аккуратно. Так, ребята, опа, все, я уже здесь. Блин, тут еще один охранник. А, быстрее, давайте спрячемся за эту дверь. Тут выход. Нам не сюда. Мне нужно сейчас найти Хаги. Ой, кажется, я тоже не туда попал. Неважно. Охранник бежит. Тихо. Он меня не заметил. Все хорошо, все нормально. Так, теперь мне нужно понять, где мне спуститься на первый этаж. Я думаю, что нужно где-то сделать здесь. Отлично! Эй, Хаги! Ух ты, ё-моё, привет! О, у нас тут новый охранник! Не-не-не-не-не, я не совсем охранник. Стой, ты что, решетку сломал? Ну да, я зимовный. Не-не-не, стой, давай за мной-ка, я тебе сейчас кое-что покажу. Ты куда? Ты где? Ты что, стены ломаешь? Нет! Ты, зараза такая, смотри, я сейчас ставлю портал вот так вот. Все, да, правильно, нужно в него просто зайти, и все. Так, я, пожалуй, тоже сюда зайду. Сели! Ты что сделал? Ты что сделал? Все сделал, выпустил тебя из тюрьмы. Мне там нравилось! Стой, обратно нельзя, стой! Мама длины ноги тебя ждет, поэтому беги-то вот туда. Ну все, я беру свой алмазный медь. Ты, по-моему, перепутал. Тебе хана, зараза. Да успокойся ты, Силли, у меня есть реальный алмазный меч. Я сваливаю. Вот и правильно, сваливай. А мне нужно спасти остальных Хаги. 5 минут спустя. Ребята, смотрите, что я придумал. Готовы? 1, 2. Подождите, лайк только поставьте перед этим. Это очень важно. Поставили? Точно? 3. Ну как вам? По-моему, выглядит очень шикарно. Прямо сейчас я собираюсь прийти туда, потому что меня все испугаются. И я спасу всех Хаги-Ваги. Давайте так, если вы наберете на этом ролике 10 тысяч лайков, то я выпущу продолжение о том, как я туда проберусь. По-моему, будет реально шикарно. Ставьте лайк прямо сейчас. Подпишитесь на мой канал, вот здесь кнопка подписаться. Нажмите на нее, иначе вам тоже будет хана. Прямо сейчас нажимайте и смотрите другие видео на моем канале. Увидимся в следующем ролике. Пока!